Привет, друзья! Всем привет настоящим моим подписчикам, такой огроменный, как я. Вчера был дождь, лупашил такой, что поезда вставали, а сегодня солнце. От этого и парит. Чего хотел вас спросить? Даже не спросить. Есть у меня печальная новость. Горе, горе большое случилось в моей жизни. Понимаю, некоторые люди подумают, а сейчас будет денег просить. Не угадали, берите круче. Желаю всем моим настоящим подписчикам, вот всем хорошим людям, чтобы в вашей жизни, если было горе, то только такое, как у меня, такое огромное и страшное. Понимаю, некоторые люди скажут: Димон, ты что, на солнце перегрелся? Что ты людям-то желаешь? Ну так это, очки у меня сломались. Вот видите, сломались. Так что желаю, чтобы если у вас было что-то нехорошее, то вот только в таком масштабе. Остальное все по фуркалу. Ну, чего хотел спросить, друзья. Главное, нужен совет от вас, моих умных подписчиков. У меня таких 90%. А 10 неумные, совсем неумные тролли, у которых только одна радость жизни — зайти и нагадить. Ну, таким тоже надо. Не про то. Что хотел спросить. Некоторые из вас, моих подписчиков, в последнее время присылают свои находки. Они до этого прислали фотографии, а некоторые присылают и говорят: Димон, продай. Но находки такие, что... И продать-то не проблема. Можно продать хорошим людям, почему бы и нет. Но суть в чем? Находку прислали, видео про нее нет. И выходит, держу я в руках и смотрю, думаю, ну елки-палки, ну... А как ее показать? Показать просто на руке? Как-то банально, некрасиво и тра-та-та. И главное, что люди историю рассказывают, да, как они это нашли, как было... Ух! Я вот чего подумал, если снять видео, находка настоящая, история настоящая, только, так скажем, актеры подставные. Что скажете? Это не будет обычная голимая постанова, как бы с находками с Алиэкспресс. Находки настоящие. История, повторюсь, настоящая. И находки такие, что... Конечно, я буду говорить, что это ваши находки, моих подписчиков. Я не буду говорить, что это мое. Ну, у меня же все честно на канале, да? Вот скажите, такие ролики вам будут интересны? Хотя бы попробовать. Или неинтересны? Потому что, ну, находки... Ну, вы видели золото Киевской Руси? И я не видел. Оно в руках уже держал. Или вы видели клад коммунистического прошлого? Да, огроменный такой на чердаке. И я не видел. И главное, если его продать, интересно, стоит денег, не стоит денег. Бывает много, бывает вообще ничего. Но снять-то можно. Вот такого вот плана ролики вам интересны или нет? Вот вы тут напишите: Димон, делай. Или: Димон, иди опу, ничего не делай. Ну а насчет горя, я думаю, у всех нормальных людей все нормально с чувством юмора, да? Так что вот так. Где я? А где я? Где я? В лесу. Вот видите, в лесу. В районном центре. Чего приехал? По делам. Я же деловой. Да? Ну так что ответьте. Очень важно. Снимаю сегодня, я загружу сегодня, потому что надо. Совет умных людей. Все, поехали домой. Яблочек купим и домой. Да, друзья, посоветуйте очки. Хорошие, проверенные очки. Главный критерий — три стекла. Черное, желтое и белое. Чтобы были нормальные. Потому что без очков не копать не годится. Жду советов. Вот, смотрите, сломалась. Грусть, печаль. Главное, очки целые, а душка всю. И нигде не могу найти. Запчастей нет.